кошелах, вы готовы? Давай громче! В синем углу октагона спортсмен из Узбекистана. Бойцу 22 года, его рост 174 сантиметра. Его вес 75 килограммов. В его активе 4 победы при 2 поражениях. On the blue corner, fighter from Uzbekistan, Odilon Kamola. Қызылбұрышта оның қарсыласы. Қазақстанның жауынгері. Бойцу 28 лет. Его рост 182 сантиметра. Его вес 75 килограммов. В его активе 6 побед при 3 поражениях. Fighter from Kazakhstan. On the red corner. Еркин Булат. Тохтар. Формула поединка. 3 раунда по 5 минут. Рефери в октагоне Тлек Бабанов. Октагон покажет. Бойцы на середину. Бойцы. Боец. Поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетки не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. Слушайте внимательно. Народный боевой, дай сюда. Да, это точно. Полностью с тобой согласен. 100%. Бұл жеңіл салмақ, 70 келіге дейін, Әлихан Камолов, Екебұлан Тоқтар. Мне кажется, давно балансылах не видела столько людей внутри, внутри себя, скажем так, эта арена. Алғашқы раунд, бастаймыз. Бірден ортаны басып алды. Тоқтар. Я уже говорил ранее, что мотивированный Еркебұлан опаснее намного. Шынымен. Арена ұнайтысайш қазір. Қол ауырен шыныменде Тоқтардың. Бұны білем. Бұны Камолов та біледі. Жақсы таныс қой Тоқтардың жұмырдықтар. А будет ли включать борьбу Камолов? Әрине, әрине күреседі. Аяқта тұрмай қасының да жүрші жоқ Камолов. Это надо, это нужно. Скажи, да? Иә, Тоқтардың жақындағын күтті. Көрдің ба? Ал Тоқтарды түсініп отыр. Жақында кетсе күреседі. Біздің бір стандартты емес қимылдары бар. Мне. Я вот один. Это же не первый бой, поэтому Еркебұлан к этому был готов. После раунда все вот бр. Адистер был от партнера тартвал ушин. Инда бесценный кирек уже где Джек Пузек ты сгон Тоқтар уз гол на угол. Минута позади. А, лоу. Подключил ноги Тоқтар. Курик. Инда, а я хочу жить голдом, поэтому Джек Пузек барсында. Тоқтар. Джеб на месте, Еркебұлан. Раз за разом пропускает. Арине, джеб в жерде. Шешуші фактор был мүмкін әбді. Основу готовит проход, я так понимаю, Әділхан Камолов. Арине, бұл Тоқтардың өзіне қарай жүрген күтіп отыр. Бұған алдан баңыздар. Тиген соққа қазір артқа шығып кетті, бірақ бұған алданудың қажеті жоқ. Өте қу. Жігіт. Кстати, вот такие вот удары по корпусу принесли в предыдущем поединке победу Еркебұлан Тоқтар, между прочим. Против Константина Чередниченко. Балуаншылы арена. Айта-айта мне. Еркебұлан, Еркебұлан, деп алға икермелі отыр. Мне стада я. Вот она все-таки попытка тейкдауна. Да. Еще. Алғаш. Игорь Шабу. Он не то, чтобы Камолов такой пытающийся борец, но тем не менее. Он понимает, что в стойке шансов меньше. Я уткин жек жекте крис арқылы жеңді. Иә, арым бар. Үшінші раундта. Хотя на самом деле есть информация о том, что Әділхан является мастером спорта по кикбоксингу. Барынша олақ жүруге тырысуда қазір Камолов. Ал. Не обостряй, Еркебұлан. Болельщиков зрителей понять можно, потому что Камолов не дерется. Только их пока что прыгает в ноги. Но Еркебұлан на самом деле не обостряет. Вот сейчас можно атаковать. Еркебұлан Габалян скопность.
Енді конечно. Бірінші жекпе-жек тоқтатылғаннан кейін біраз сабақ алды. Иә, қазір өте сақ. Но первый поединок, кажется, с недооценкой выходил Еркебулан, на мой взгляд, тогда. Яй-яй. Недооценил немного. Адельхона. Оу, какой оверхенд был, а? Так. Алған тұлса ғой кішкене, тағы бір брейк соққы осы. Міне, шабуылды дамыту керек. Ближе подойдет, угроза есть проход. Енді бұлай қашанға дейін жүре береді. Дальняя дистанция не самая эффективная для Еркебулан. Торға арқасымен барып тірелді. Алдың қолы жақсы қолдан отыр. Жанкүйерлер кішкене экшенді күтті ғой. Да, конечно, все пришли. Ну, ради драки. Ради рубки. К тому же очень здорово подогрелись свой поединок. И Адельхон, и Еркебулан в социальных сетях. Совместными эфирами, подкастами. Поэтому людей понять можно. Было много сказано, но, мне как так говорит Лига Октагон, Октагон покажет пока что. Тара лоу-кик, брак. Еркебулан там уже дебатал, мы же послали. Камолов былай ұзақ жүре береді. Ол сондай бір ерекшелігі бар, иә? Ну вот, Тілеку Папанову, кажется, можно уже доставать желтую карточку. Хватит, парень, давай. Директ, 30 секунд остается до окончания первого раунда. Жалғыз, не, партерге барудан қорқа. Тоқтар. Партерге барғысы келмейді. Бірақ күшейту керек, мен ойымша, партерді айқасуға. Драться нужно, как Камиль Карате против Марсель. Кстати, если Камиль нас смотрит, пошел тебе привет, тебя не хватает в этой... Последние секунды первого раунда. Гон в Симберге. Енді, сонда бір айқын басымдық болмаса да, тоқтар алды ғой бұл раунд. Ну, попадание было больше. Нет, тоқтар. Один абсолютно ничего не делал, для того, что прыгал в ноги. Пытался пройти в ноги. Несколько точных джебов, несколько точных ударов. А со стороны Еркебулана, кажется, принесли ему победу в этом раунде. Одельхонның да жанкүйерлері жеткілікті. Жанкүйерге біраз. Жанкүйер келді дәл осы жекпе-жек үшін. Сондықтан жалғызсырап жатқан жоқ. Одельхон. Көп болмаса да бір шама бар. Әдей ат басын бұрып келген. Өзбекстанның түкпір-түкпірінен жанкүйерлер бар. Иә, сол үйреншікті сценарий, иә, бізге бірінші раундта көзіміз үйренген сценарий. Торға арқасымен барып тұрды. Алдың қолымен джеп лақтырып жүріп, оң қолымен бір кроссты көздеп жүрген сияқты тоқтар, иә. Ну, кроме вот этого действия, Камолов абсолютно ничего не показывал. На протяжении всего поединка ударов руками абсолютно не было на протяжении первой 5 минутки. Если бы дальше додавил бы, возможно, был бы более результатный этот удар. Я тоқтарды көрдің ба, екі соққыдан артық бір шабуыл жүргізбейді. Міне, мәселе қайда жатыр. Ну, потому что каждый раз прыгает в ноги. Удастся ли оформить тейкдаун? Схватил ногу, но может оказаться снизу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Нет, не удалось. Чем недоволен? Адельхон. Показалось, что будто показал на перчатке, якобы схватил. Сам соққан стал бейді ма? Либо за перчатку, либо за пальцы. Непонятно. Күрестірмей қойды. Сәл батылдырақ болу керек сияқты. Көп нәрсе бұл жерде Еркебуланға байланысты. Ну, здесь, наверное, стоит отметить, что Камолов просто прыгает в ноги, хотя необходимо, наверное, замаскировать свою проблему, что ли.
поработать руками, потому что это не чистая вольная борьба, не грэпплинг. Просто прыгать в ноги нет смысла. Я в этом позже Шалгундар Дасру Верек. Шон Кирлин Дарине Бундега Риза Волмай. Да, ну опять-таки все списывать на счет Камолова тоже нельзя. Якобы все виноват Олифон. И тут вам нужно больше посинговать. Нет! А я не шлем! Нет, не молчила. Партерге, бар, чем занимается Одильхон? Будто бы просто тянет время. Мне так не кажется. Одильхон тәуекел жасайды әрине. Бір шабуға ден қойған екен. Күресіп көру керек. Тоқтар күресіп көру керек. Бағынсынап көру керек күресіп. Онда тұрған ештеңе. Қатты бір басымдылық жоқ. Да, опасности. Камолов. Как таковой, наверное, нет, да, от Камолов. Не исходит все-таки. Бұған дейін бір қарымта жекпе-жек өткізді ғой басқа қарсыласпен. Не, тоқтар, тәжірибе бар. Және ол кезде Еркебұлан тіпті басқа еді. Жанкүйерлер қазір тіпті Еркебұланға нұсқама беріп отыр. Ұрыш, аямасын. Да, все правильно дело. Аяп жүрген Еркебұлан жоқ. Ыңғай келмей жатыр соққы. Біреу күрестен қорқады, біреу соққыдан қорқады. Сақтанады. Е, жай, қорқады деген сөз қолданбайды. Опасается. Все-таки открытые рубки. Одильхон Камолов. Вау, бэкфист. Камолов. Я, мне. Просто, ради чего мы собрались здесь? Я, вот уж не ждал такое. Конечно. Мне холодно делать, что Камолов стоял, я тут салат. Джема бір түрлі екен енді, бірақ нәтиже берді ғой, тиді ғой. Что за здесь пародия на Ника Диаса? Я бұндай сәттерді көргенде сәл көңіліңіз қалады енді. Ну, Еркебұлан, возможно, стоит пройти в головный паунд. Бұл жерде Камолов жасаудың қажеті жоқ, қытындыра алмайды. Жалғастыра беру керек шабуыл. Е, уақыт бар әлі. Жоқ, гардқа кіріп соққы жасаған керек. 30 секунд остается до окончания второго раунда. Аяқ тепкілігінен түк пайда жоқ. Тамаша. Болмайды, а? Грани просто. Нарушение правил, кажется, Еркебұлан. Аяққа кеудеге тиді. Рефери шақырып отыр ортаға. Раунд аяқталды. Айтылатыны жоқ, бірақ енді Еркебұланның мысы басы болып көрінді бұл раундта. Жекпе-жекті күткен сияқты, басқаша өрбейді деп күтті енді бұл жекпе-жек. Үшінші раундта қазірімізге. Шоу сыйлау керек жігіттер. Камоловқа көп нәрсе байланысты. Соққыдан қорқудың қажет жоқ екенін түсінді ғой енді екінші раунд. Да, есть такая избитая старая поговорка: для танца нужно двое. Вот Одильхон пока что, ну, так себе партнер, конечно.
Я екі құдық көл жатқан Одинқа. Паузы справа. Міне, Кибула. Соқтыңнан қорықпаймын дейді. Аман емес. Актерлық ойында бір баға беріп қойын, я, Одинқа. Есть такое ощущение, что Кибулан уже начал уставать. Нет, тебе так не кажется? Один, не, енді Еркебулан шын керек үш раундтық жекпе-жектер өткізіп үйренбеген. Иә, бұны мойында. Бұған дейінгі екі үш раундтық жекпе-жектер шаршағанын көрді, сондықтан бұл бір жаңалық емес біз үшін. Так, тяжело дышит, кажется, тоқтап. Хайкик! Что за комбинация, а? Міне, осы жерде сын көрсету керек. Иманалеру применил Еркебулан. Еркебулан тоқтар, Аделихон Камолов. Настолько он не уверен. Что за фронт-кик была? Я, брат, мне тогда тәуекел жасас келді. Тоқтар бұл жерде. Ну, болтануло же. Ну, было попадание, да, точно. Мне не показал. А я вам бы қалды, я здесь еще кетті даудим бұл жерде. Аяқты салып көреді. Хайкик дайындап жүрген сияқты. Міне, аяқтан ұстады. Камовтың мүмкіншілігі. Жіберген болмайды. Иә, бекон. Тамаша. Мына жерден енді қысым көрсетуге болады. Тұрып кетті. Жолатпайды. Шығып кетті. Тоқтар. Үш минуттай уақыт бар. Раундтың жекпе-жегі. Тада кашкада арене джеб. Да, Камолов, по всей видимости, снова ищет возможности для прохода. Что это было? Попытался просто напугать бегом своего оппонента Камолов. Абдин. Саль батл Вахимудову. Бірақ бұл жерде Еркебулан ең басты жеңіс, ал қандай жолмен болсын қатты маңызды емес деп шешкен сияқты. Блин, не знаю, мне кажется, все-таки здесь люди собрались именно для вот не такого точно поединка. Камолов абсолютно не хочет проводить время в стойке. Нужно было, как Марсель и Камиль все-таки договориться по-джентльменски. Тамаша, бэкфист. Мне енді үшінші раундта шынымен де Камолов батыл қимылдай бастады, иә? Либо, знаешь, у Камолова все-таки был какой-то план довести поединок до третьего раунда. Понимаю, что Еркебулан имеет проблемы с выносливостью. Өткен жекпе-жек үшінші раундта аяқталды. Но здесь остается 90 секунд. Что удастся сделать за это время? Хотя там Анмар был в первом поединке также, также на последних секундах, если я не ошибаюсь. Иә, үш минуттан аса бере. Әдіс жасалынды. Сондықтан кім біле. Білек, соңғы бір табыл жасап кететінде шығар. Минут остается. Арена Еркебулан кепермелеуат. Енді... Да, Еркебулан должен подарить людям то, зачем они пришли сюда. Жанкерлердің арқына көніп, бір-екі шабу ұйымдастырып кетті. Одинқа, міне, бекіс деген аяқта өтіп көруге болар еді мысалы. Отличная комбинация. Соққа, капыс пакетелі буквально. Иә. Как себе домой. Бірде. Орына қайтарып отыр Тілек Бапанов. Неужели наш спортсмен? Трилогия этого поединка. Ол да мүмкін енді, иә, шынымен де. Бекіс дейді. Ну, наконец-то мы дождались то, чего хотели увидеть. 10 секунд остается до окончания. Фронт-кик. Поединка. Сам горзет угорек. Там бірнеше соққа қажет. Соңғы секундта. Тамаша. Жалғастыра береді. Әрине шабуылды. Иә, жекпе-жек аяқталды. Көпшілік күткендей бір экшн болмас.
болса да, өте тартысты жекпе-жек. Үшінші раундта әсіресе өздерін жақсы көрсете алды. Е, осылайша тарихи рематчта өз мәресіне жетті. Төрешілердің шешімін күтеміз енді. Шамамен кім жеңіске жеткенін өздеріңізді түсініп отырған боларсыз. Слышно, давай еще раз поддержим бойцов! Это был реванш года, и он продлился всю дистанцию. По истечении трех раундов единогласным решением судей победу одержал Еркебулан Тор!